Всем привет! Меня зовут Ксения Каминская, и мне 21 год. На данный момент большую часть моей жизни занимает журналистика, волонтерство и путешествия. Я снимаю сюжеты о людях с инвалидностью, доступности среды и путешествиях на коляске. Участвую в молодежных форумах, конкурсах и фестивалях. Была участницей программы обмена, благодаря чему год самостоятельно жила и училась в США. Инклюзия – это лучший способ изменить отношение общества к людям с ограниченными возможностями здоровья. Поэтому в своем городе я создала студию телевидения «Компас ТВ», где медиапроизводству обучаются подростки с инвалидностью и без. Сюда, сюда. Неси тапочек, неси тапочек. Да, молодец, неси сюда. Дай. 2 года назад в нашей семье появился золотистый ретривер Дрим, и я мечтаю воспитать для себя собаку-ассистента. Вместе с Дримом мы ходим на занятия с тренером и выступаем на волонтерских мероприятиях. Я верю, что Вселенная слышит наши желания, поэтому всегда мечтаю о великом. Даже если многим что-то кажется невозможным, меня поддерживает семья и друзья. А мой девиз по жизни – у каждого человека есть шанс.